Չէ, հեղափոխություն չենք պատկերացնում եւ չենք էլ ուզում։ Ինչի՞ որ ավելի խառնվեր։ Ինչ չեք ասում։ Անհնար է։ Չէ, որտեւ շատ ուժեղ է իշխանությունը հետ։ В Армении в марте 2008-го по указанию властей силовики стреляли в демонстрантов, протестующих против нарушений на президентских выборах. Погибли 10 человек. Тем не менее, Запад воспринял спорные выборы как шаг к демократии. Сержик, Сержик, уходи! Выкрикивали протестующие, перекрывшие в сентябре 2013-го одну из главных улиц Еревана. Их возмутила московская речь Саргсяна о присоединении к таможенному союзу. Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз. Но недовольство не переросло в массовые протесты, как в Украине. Украинец знает, что такое Европа. Для украинца Европа намного ближе. Для украинца нету никакой альтернативы Европе. В Армении нет политики, основанной на ориентации, в отличие от других стран. Я не думаю, что это самая плохая вещь. Я как раз считаю, что во многих постсоветских странах именно то, что ориентация ставится в основу политики, вот приводит к очень большим неудачам и прочему. В Армении как раз-таки это очень хорошо. Если надо сменить режим или решить какую-то задачу, надо этим и заниматься. То есть проблема ориентации здесь никогда не была, и я не думаю, что когда-либо будет таким ключевым политическим вопросом, вокруг которого можно будет мобилизовать. Для основных политических сил Армении вовлеченность России в жизнь страны не проблема. Чтобы играть роль на политической арене, они добиваются поддержки из Москвы. Вот и сейчас, в настоящее время, там одна партия вечно в России пытается какой-то ресурс найти для того, чтобы здесь там мандаты заиметь и тому прочее. Это политическая традиция. Особую лояльность к Москве политическая элита проявила в начале 2015-го, когда бежавший солдат российской военной базы в Гюмри убил армянскую семью, включая двоих детей. Власти даже траур не объявили. Очень быстро было заметно, что ни общество, ни особенно политический класс не испугались отреагировать на конфликт, возникший между гражданами Армении и российской базой. Действует очень сильная пропаганда, которая говорит, что в день, когда российская военная база выйдет из Армении, Турция вступит в Армению, да? Там захватит Армению, устроит геноцид 2 и так далее и тому подобное. То есть Армения на политическом уровне, по крайней мере, она не была готова вообще каким-то образом встретиться с таким конфликтом. Полиция в особом режиме охраняла российские военную базу и консульство. Акцию протеста освещали интернет-СМИ. Общенациональные проигнорировали. Летом 2015-го общественность опять протестовала. Теперь против подорожания электричества. Компания «Электрические сети Армении» принадлежит российскому энергомагнату
Интер, РАО, ЕС, который и потребовал поднять цену. Сами протесты баграмяна, они под собой не имели серьезных ценностей. Был просто социальный протест. Были предложения потребовать, чтобы был суд над теми, которые энергетическую систему довели до коллапса. О чем сказал президент? Что если я не сделаю, все, энергетическая система обрушится. Сам не понимая, он раскрыл уголовное дело. Но не было заметно, что люди готовы уже к такой постановке. Такая постановка, на мой взгляд, как политолога, она бы привела бы к смене власти. Российским каналам передавали очень плохие информации. Это неправда, это клевета. Российские СМИ освещали события так, словно это Запад устроил второй Майдан. Теперь в Армении. То есть официальная Москва воспринимает протест независимо от причины, как Майдан. Да, это протест, это в самом центре города, это молодежь. Конечно, это было похоже на события в Майдане, но события в Майдане, они имели ценность. А тут люди вышли на улицу защищать там расценки на электроэнергию. Власть дозирует поступление информации. Я сначала думала, что наши чиновники высокого ранга получают информацию из частных каналов. Очень многого они не знают и не хотят знать, потому что директивы получают из Москвы. Ну, естественно, если даже чиновники высокого ранга обделены этой информацией, то тем более обделены рядовые граждане. Армения – член Организации договора о коллективной безопасности. Ежегодно в Россию ездят на заработки около 500 000 армян. Частные денежные переводы из России в Армению составляют до 20% валового внутреннего продукта страны. Россия – главная цель трудящихся мигрантов из Армении. Четырехдневная война в Карабахе в 2016-м разбудила антироссийские настроения. Активисты вышли к российскому посольству из-за позиции Москвы в конфликте и продажи оружия Азербайджану. Участники забросали здания монетами. Но протест продолжался лишь день. Власть Армении не предъявила России обвинений. Более того, премьер-министр Овик Абрамян поехал в Москву на межправительственное заседание Евразийского экономического союза. Россия и Армения сотрудничают в военных вопросах. А еще Россия – сопредседатель Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию Карабахского конфликта. Люди по умолчанию согласились, что с Майданом они пока повременят, потому что есть проблема Нагорного Карабаха. Как только какие-то шероховатости возникнут в этой сфере, в Армении будут массовые беспорядки. Общество не готово к революции. Прежде всего, потому что карабахский вопрос не решен. Хотя по логике должно быть наоборот. Так что Майдан в Армении пока откладывается.